для них же делаем, для людей, чтобы было все в порядке. Ну что скажешь, вот, Валерий Александрович, надо поторопиться там. Надо поторопиться. Просто жалко, сейчас уничтожат это все, и все на этом закончится. Вот мы с вами обход делали, кому ли заходили, Анна Крылова. Вот я хочу искренне поблагодарить жителей улицы Крылова. Вот они услышали этот призыв, вышли на улицы, начали высаживать деревья. Вы видели вчера, как они там, сколько человек копало, сами ямы копают, сажают. Просто молодцы. Вот это, считаю, патриоты города. Вот это идиоты, которые хоть лавочки ломают. Ну какие это патриоты города?